Мы находимся в трехкомнатной квартире площадью 83,8 квадратного метра. Перед нами просторная прихожая. Установите шкаф и обувницу. Не забудьте о зеркале. В этой квартире раздельный санузел. Лучшее решение для семьи. Всем будет удобно собираться по делам. Перед нами уютная спальная комната. Сделайте ее отражением своих предпочтений. Украсьте стены любимыми картинами. Выходим на лоджию площадью 3,6 квадратного метра. Создайте здесь кабинет. Переходим в гостиную. Ее нестандартная геометрия в вашу пользу. Пара кресел у витражных окон, и у вас появится лаунж-зона с потрясающим видом. Проходим на лоджию площадью 6,8 квадратного метра. Превратите ее в цветочный сад или спортивный уголок. Мы оказались на кухне. Здесь домочадцам будет комфортно вместе. Хозяйка сможет готовить, а дети – перекусывать за столом. Из комнаты также можно выйти на лоджию. Она соединяет кухню и гостиную. Переходим в комнату площадью 14,9 квадратного метра. Из нее можно сделать детскую или гостевую спальную. Места хватит для любой идеи. И в этой комнате есть лоджия. Отличное место для хранения игрушек или сезонных вещей. Югстройимпериал. Жилье со знаком качества.